Много праздничных мероприятий в День города подарил читинцам парк Кадара. Одно из них – работа ретро-площадки. Ирина Трофимова о зажигательных песнях и энергичных танцах. Ретро-площадка с каждым годом все шире и веселее разворачивается в День города. Привлекает публику всех возрастов. Несмотря на название, гремит многоголосием хоров, звенит музыка духового оркестра, приплясывает. Хор «Красная гвоздика» – неизменный участник ретро-площадки, выдает несколько душевных песен, под которые резво отплясывают самые маленькие. Поем все. Поем все. Но у нас маленькая, это вообще артистка. Греет душу, во-первых. Уже все эти ночи. Расслабляемся. Для народа делаем все это. А как же? Если Бог дал нам пение, значит, мы должны петь, продолжать жить. Самые маленькие участники ретро-площадки, загадав желание, отпускают в небо воздушные шары. Музыка духового оркестра зажигает всех, от внучек до бабушек. Чарли Чарли, Лаймы Вайкули, вальс «Амурские волны». Они никогда не уйдут из нашей моды, поверьте. Да, народ будет танцевать, и даже когда уйдет, как говорится, годы идут, поколение, которое воспитывалось на этой музыке, молодежь все равно будет ее прекрасно слушать. Цыганские песни, зажигательные танцы, незамысловатые конкурсы под летним солнцем. Ретро-площадка для тех, кто может зажечь своей энергией в любом возрасте. Ирина Трофимова, Дмитрий Денисов, Вести Чита.